siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серию Amazing Replay, первый сезон. Сегодня будет такой видосик, лайтовенький, ламповый видосик, короче. Расскажу, что вы получите за приз. Кто не знает, я разыгрываю вот эту бэху, это BMW M5 E60. Какая сотовая, вот, солнечная, 3,5 миллиона, но вот эта игоска 900 тысяч. Многие там, ну не многие, там один человек выделился, пишет, типа, если бы у него госка была бы 4,5 миллиона, ты бы ее не разыграл. Пацаны, у меня есть бэха Мурка, кто, думаю, все ее знают, Мур 3 семерки, и есть бэха у меня. У нее тоже госка 900 тысяч, пацаны, и чё, блин, мне реально пофиг, потому что машина очень годная. И вообще без разницы, какая у нее госка, серьезно. Просто без разницы. Машина просто сама по себе очень даже хорошая. Знаете, там GTR что ездит. А, это подписчик. Ку. Стой. Стою я, чувак. Что-то от меня этот чувак хочет, не знаю, что. Короче, что вы получаете? У этой машины номера знакомые. Да, знакомые номера. Я думаю, эта машина знакомая всем. Кто не видел, у меня видосик на канале есть, что я разыгрываю эту бэху. Ссылку на конкурс я оставлю в описании. Также заходите в группу, я сейчас работаю. 2 недели я буду работать, с 9 утра до 6 вечера. На работе, короче, и у меня будет перерыв на обед. Не знаю, каждый день, не каждый день, но перерывы у меня будут. И я в этих перерывах, ну, ем, естественно, и пилю видосы для вас. И вот, у меня осталось полчаса до работы, и я решил записать видосик. Кем я работаю, не знаю, может расскажу, может не расскажу. Хотя можете зайти в группу, там есть картинка, фоточка, я фоткался на работе, и вы можете там понять, кем я работаю. Можете там писать в комментариях, в принципе, под фоткой. И также там конкурс на эту бэху. Что вы получаете? Короче, хвостка у нее 900 тысяч. Вот, это BMW M5 E60. ID можете тоже сверить, там кто не верит. Номера 3R770. Госка у нее, смотрите, 900 тысяч. Госка у нее 900 тысяч, короче. Цвет 151, 153 точнее. Пробег 8 тысяч, в принципе, немного. У меня на бэхе 25 тысяч пробега, если что. Госка, да, 900 тысяч. У этой бэхи есть нитро. Вот, смотрите, есть нитро у нее. И у нее стоит один чип. Один чип на нее стоит лям 125, по-моему, тысяч, если я не ошибаюсь. Столько стоит на нее чип, чтобы вы понимали. Чип 1 стоит, она будет ехать 175 км. Вам не придется там аль жать, хотя аль профиксили. Просто бэха с обычным чипом, она едет 175 км. Короче, как-то так. Вон, на спидометре. Тут просто мало места разогнаться. Бэха очень хорошая, пацаны, серьезно. Я бы себе ее с радостью себе даже оставил бы, но я решил ее разыграть. Минуточку внимания, хочу посетить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Для вас специально решил разыграть, сделать вам приятно. Поэтому участвуйте больше людей, потому что там всего лишь 150 репостов, по-моему. Это очень мало, давайте хотя бы 300 репостов. Участвуйте просто все. Шансы есть выиграть у каждого. Серьезно, есть шансы выиграть у каждого. Что вы сможете сделать? Ну, пацаны, вот если там какого-то места не будет, пацаны, я не знаю. Я не смогу ее в ВОЗ слить, понимаете, мне будет жалко слить в ВОЗ.
и дать вам, типа, деньги за нее, там, сколько, 700 тысяч, наверное, полетит не за нее. Ну, реально, эту бэху будет жалко. Вот вам не жалко было бы ее слить в ГОС? Честно, мне жалко будет ее сливать в ГОС, если у вас там, типа, места не будет, и вы скажете, типа, давай сливай в ГОС. Лучше вам на другой аккаунт, а может, отдам ее. Но сливать в ГОС, пацаны, нет, я, наверное, не смогу ее слить в ГОС, серьезно. Как будет происходить передача, там, у кого-то, может, нету квартиры, там, кто-то вообще рыжик. То я вам дам на квартиру и дам на Запорожец. То есть вам 130 тысяч дам, вы купите квартиру и Запорожец. Ну даже, ладно, 150 тысяч дам, вы купите квартиру и Запорожец, оплатите квартиру. И через нотариуса я вам эту тачку просто передам. И все, вот так вы можете забрать. У кого-то нету места, чуваки. Но сливать ее в ВОЗ будет очень глупо, вы понимаете сами. Я лучше вам на другой аккаунт ее передам. Почему вам выгодно ее выиграть? Во-первых, я думаю, многие любят эту машину, это BMW M5, E60, это просто моя самая любимая машина, не знаю, как у вас, у меня самая любимая эта машина, и, не знаю, я бы на ней спокойно бы ездил каждый день, потому что у меня мурка есть, да, на двух чипах, конечно, быстрее, чем это, но на этой тоже очень классно ездить, на самом деле, как бы, хоть один чип стоит и нитро, но этого ей хватает, на ней очень приятно ездить, поэтому я был брат этой машине. Мне предлагали, кстати, когда я его только купил, эту тачку, мне предлагал чувак, короче, обмен на Audi R8, она была стоковая, по-моему, или нитро было, и номера там были Her 001, по-моему, если я не ошибаюсь, мне предлагали обмен на Audi. Вы также можете с кем-то поменяться на тот же гелик, я думаю, найдутся те, кто поменяется на гелик. Если вы любите такую машину, вы не будете смотреть на госку, вам будет серьезно, пофиг просто. Просто она попалась мне, эта машина, и у меня позвали средства ее купить. Я вот ее выкупил, потому что, скорее всего, чувак бы ее просто в ГОС слил, потому что он все слил в казике, это мой подписчик, и просто все продавал. Скорее всего, она бы даже в ГОС просто ушла бы, эта тачка, поэтому один из вас просто может себе ее забрать, и все. Как бы я вам просто разъяснил так подробно, что вы получите, если ее выиграете, вот и все. Чтобы у вас было желание ее выиграть, там, поучаствовать в конкурсе и так далее. Повторюсь, все ссылки будут в описании. Смотрите там в группе новости, кем я работаю, и участвуйте в конкурсе. На этом у меня все. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in